Ивановске под очередной удар попал и химический завод. Именно на этом предприятии накануне во время боев загорелись склады с серой. Пожар с трудом удалось ликвидировать. И вот опять появилась опасность выброса в атмосферу вредных веществ. Сейчас в Семеновке не осталось ни одного частного дома, не попавшего под обстрел. Во всех районах Славянска по-прежнему остро остается проблема с нехваткой воды. Ее в городе нет уже трое суток. Центральные коммуникации были повреждены украинскими силовиками. И теперь Нацгвардия не подпускает к водопроводу ремонтников. Отсутствие воды – это геноцид. Неважно. Мы считаемся народом. Понимаете, мы нация. Учитывая, что вы слышите, что бомбят сейчас нас, да? Нам отдают во всем. Пойдем. Украинская артиллерия бьет по позициям ополченцев из всех видов тяжелого вооружения. Обстрел идет со стороны горы Карачун и города Красный Лиман. Пятигорск принимает беженцев с Украины. Они настолько привыкли к бомбежкам и обстрелам, что нормальная жизнь без страха за себя и детей кажется необычной. Чтобы люди побыстрее отошли от шока, здесь делается все возможное. Для них устраивают представления, экскурсии, с кем-то работают психологи. Подробнее Анастасия Щапова. Сначала они долго не могли поверить своим глазам. На улице много людей, кругом играют дети, и главное, не слышно ни взрывов, ни автоматных очередей. Оказавшись в Пятигорском санатории, жительница Славянска Светлана по привычке не сразу решилась выйти с маленькими сыновьями на улицу. Привычка вот это, там салюты, фейерверки, петарды, может, ну, как будто это выстрелы, взрывы, или резко дверь откроется, ну, такие звуки. Ждешь, или самолет летит, сразу смотришь, не истребитель. Потому что у нас там истребители летали. Питание только в ресторане. Оздоровительные процедуры. В любое время бассейн. В Пятигорск Светлану с детьми отправило руководство Донецкой Народной Республики. После того, как Славянск оказался блокирован, и город, не переставая, стали бомбить боевики Нацгвардии Украины, ополченцы экстренно эвакуировали женщин и детей. Последние несколько недель, говорит Светлана, и в квартире было опасно находиться. Снаряды то и дело попадали в жилые дома. И даже маленький Владик после нескольких бомбежек стал понимать, что вооружение у Нацгвардии более чем серьезное. Я слышал звуки, вроде как из БТР стреляли с автоматом. Ну да, это и стреляют с автоматом. И из Ноны, из пушки Ноны стреляли. Но в последний день, когда я увидел, что вертолеты сильно низко, я сразу же на пол, в доме именно лег. Держись, Егор, держись. Нафиг держись. И вот так сделал. В Славянске остался муж Светланы. Как только украинские военные и боевики Нацгвардии стали обстреливать город, он ушел в ополчение. Женщина, говорит, долго не решалась оставлять его одного, но потом подумала о сыновьях. Семья Ирины тоже приехала в Пятигорск не в полном составе. Муж уговорил ее увезти дочку в Россию на время боевых действий. Артобстрелы города у женщины до сих пор перед глазами. В последний раз снаряд упал в нескольких метрах от дома, оставив огромную воронку. Обстреливая центр города, садики, школы, дети в последнее время после весны осенних каникул, можно сказать, они в школу не ходили. Потому что только придешь, начинается стрельба, бежишь, забираешь детей. Многие, кто живет далеко, тяжело добраться до школы, до садика. Предприятия почти не работают. Магазины через один. Много что остановилось в городе. Уже сегодня в Пятигорске ожидают очередных беженцев с Украины. Правда, не всем удается беспрепятственно добраться до России. Автобусы то и дело попадают в зону перестрелок, задерживают на блокпостах боевики Нацгвардии. В центре реабилитации гостей ждут врачи и психологи. Люди приехали, конечно, после нервного стресса в таком состоянии. И детки. И хочу еще подчеркнуть одно дело. Так что, несмотря на все то, что дети всегда держатся за маму, но когда они увидели нас, мы их встречали здесь все вместе, доктора все вышли на площадку, и они бедненькие кинулись к нам и за маму забыли. Но несмотря на смену обстановки, они все же верят, что снова вернутся домой. Вопрос времени. Пока с родины не приходят новости, которые бы их утешили. Обстрелы городов продолжаются. Карательная операция украинских силовиков в самом разгаре. В санатории беженцам из Донецкой Народной Республики уже заявили, что они могут здесь оставаться столько, сколько потребуется. Анастасия Щапова, Михаил Чебаненко, Юрий Угрюмов и Никита Забродин. Телекомпания НТВ.
Донецким ополченцам стало известно, кто информировал карателей об их планах и передвижениях. Оказывается, местный олигарх Владимир Иванков работал на два фронта, и до какого-то момента к нему были лояльны и те, и другие. Тем временем бизнесмен спокойно жил в своем роскошном особняке и даже успел на свои деньги собрать нечто вроде разведроты. Как вычислили предателя, расскажет Михаил Чебаненко. Усадьба артемовского бизнесмена Владимира Иванкова со всех сторон окружена автоматчиками. Это ополченцы Донецкой Народной Республики. Повышенные меры предосторожности, говорят они, необходимость. Уже точно известно, миллионер тесно сотрудничает с боевиками Нацгвардии и правого сектора. И было опасение, что вооруженные радикалы устроят засаду в его доме. Но в шикарном дворце не оказалось ни хозяина, ни преступников. Зато обыски подтвердили. Все опасения. Видимо, многочисленные комнаты предприниматель использовал и как склады боеприпасов. Боекомплект, как вы видите, 5,45 патроны, пистолет ТТ, глушитель для пулемета, оптические приборы, прибор ночного видения, энное количество патронов. Человек одновременно пытался усидеть на нескольких стульях. То есть вел переговоры с представителями ДНР и одновременно поддерживал Национальную гвардию, не осознавая, победит кто, тот или тот. В комнатах ополченцы нашли документы, подтверждающие, что бизнесмен финансировал боевиков. В компьютере переписка с руководителями радикальных группировок. О том, что артемовский миллионер Иванков активно помогает участникам так называемой антитеррористической операции, защитникам Донбасса сообщили двое теперь уже бывших милиционеров и сотрудник СБУ. После того, как им стали отдавать приказы атаковать мирное население и перестали перечислять зарплату из Киева, правоохранители перешли на сторону самообороны и поделились оперативными данными. Оказалось, Иванков не только помогал Нацгвардии и правому сектору деньгами, но и создал неплохую разведывательную группу. Радикалы записывались в ополчение, а потом, что называется, изнутри докладывали обстановку своим командирам. Существовала информация о возможной диверсии изнутри. Постоянно велся сбор информации о месте дислокации народных ополченцев, о предполагаемом количестве. Сейчас миллионер Иванков в бегах. Скорее всего, считают ополченцы, город он покинул. Его дом и территорию вокруг опечатали. И на случай, если хозяин вернется, приставили к усадьбе охрану. Тем временем защитники Донецкой Народной Республики активно ищут боевиков, которые внедрились в ополчение. Несколько человек уже задержаны и дают показания. Также известно, что в Артемовске продолжают находиться радикалы из правого сектора. Где они базируются, защитникам Донбасса вы.